конечно же, мне кажется, что городу необходимо комплексное решение по развитию исторического центра. У меня есть ощущение, что есть желание у городской администрации учиться работать правильно. Будем надеяться, что у них все получится. Ну и мы, как эксперты, со своей стороны, конечно, будем всячески рады помочь и поддержать. Конфликты бывают везде, это нормальный процесс. Необходимость договариваться тоже есть везде, мы все живем в одной стране, в одних и тех же городах. В некоторых случаях мы изменяли уже участки, разменивали участки, проданные в собственность. В некоторых случаях мы изменяли транспортную схему города, в некоторых случаях, ну, соответственно, носили изменения в генеральный план города. Это вопрос просто воли, и мне кажется, что вот сейчас мы имеем ситуацию, когда воля есть.